видите, что команда Юргена Клоппа, ну, кстати, надо сказать, что у Арсенала 8 человек из СВО. И Ливерпуль, который 30 лет ждал, когда... Тоже отдельная тема для сегодняшнего репортажа. Мо Салах никуда не делся, он узнать. Первое время какая-то турбуленция была, но затем все не глобальные изменения. Пьер-Эмерик Обамьян, главное уже, самого Ловрена, но никак не мог начинать. Несмотря на то, что Арсенал и Ливерпуль невероятно трофейные, не по-прежнему пусть, но как, на котором до сих пор есть шампанское. Тут девушки пускает Юрген Клопп и Микель Артета. Варбитлы уже легенды, и вопросов тут и быть. Он сегодня есть, и если потребуется, появится. А пока первая атака. Подача, отличный мяч для Салаха был. Уже играть. Уже играть большую встречу. Нет, здесь мяч не попал. Не расстроится. И я думаю, что это, конечно, историческая причина. Вот так против Фейенорда в Роттердаме товарищескую играть. Их поменяли на Сити, Астон Виллу. Подача. И 1-0. Да, был офсайд здесь. Очень четко отработан. Забивает также под шумок. Также Сити сейчас заигрывание с Лионелем Месси. Это то, что везде абсолютно. Вас чек болельщиков. Брайтона, кто-то, наверное, подъедет из Лондона по своей программе. Обязательная правда, на трибунах уже можно без маски. Должно быть в эту коронавирусную эпоху. И стоит довольно быстрому распространению коронавируса. Пока же давайте за Обамьянком посмотрим. И ударом Пьер-Эмерик Обамьянк. Уть встречает, а только это и нужно для такого маэстро. Сюда на фланг, и дальше все очень просто, пятится Неко. И это открытие сегодняшнего матча. И на 12-й минуте без мяча Арсенал. С мячом-то он забил. Там было испанское противостояние. Тоже. Кстати, может быть, сегодня мы холдинга в плюсу. А пока атака Арсенала вновь довольно любопытная. Передача, великолепный розыгрыш. Проходить дальше, что там выдумываешь, штрафной, ручный гол для габонца. И здесь совершенно неожиданный вариант. Рейналдум, Салах, что в этой системе координат подача Арсенала. Ну так, подача. Отсюда бить можно. Еще одна закидка такая на Милнера. В Арсенале передача штрафной. Ну и в общем, это круто. Но Гранита Джаки. Вот, из серии вас тут не... То ли подумал, что сейчас она чуть больше обестраивается, или когда садятся в 5-4-1. В общем, раз подряд ошибается с пасом, длинным пасом давить Луизом. Луизом еще одним его человеком, и вот Вильян. Удар поворотом и удара. Ну вот, попытка, вот удар. Фокус внимания и передача. Мяч спиной к чужим воротам и вот так выгоняет. Но на самого идти теперь. Раздает возможность подача. Великолепная обработка Джеймса. И опять высокие мячи летят. На своих местах и чувствует себя довольно комфортно Арсенал. Падение по передаче. Рухнул на землю. Робертсон. Ну, вот как раз добавление игрока. Сланга пришел и... Отличная передача, ну слишком много движений. Очень часто мяч к нему прилипает. Последние минут 15 прав. Ну, мы видим. Робертсон. Подача. Ситуацию с Это в прошлом году 14 во всех турнирах. Удар по воротам. Салах. Классный пас на Робертсона. Прострел. В офсайде нет, Сака не доработал. Робертсон. Ну, можно было пропустить. Там Мартинес бы взял. Милнер. Робертсон. Классно разыграли мяч. И как неожиданно. Подача. Ну, вот сейчас стандарта у Арсенал. Ну, или со расчетом. Так, сейчас посмотрим здесь, что произойдет. Ничего. Ну, и, разумеется, вот там вообще прощать не будет. Удар Кирана. Сака, подача. Нет. Что с офсайдом Обамьянга? Есть там. Очень долго думали. Он сказал, и тут же Обамьянг ушел с фланга. Здесь блок не идет. А мяч выигрывает Арсенал. И очень хороший момент.
Он и будет подавать.